Сергей Дмитриевич, поздравляем с победой. Как оцените эти встречи? Мне кажется, сам. Ну, хорошие игры. Ну и мы, наверное, немножко отошли от поездки. То есть посвежее выглядели вчера первую игру. Ну, это было заметно. Не использовали много моментов своих в первом периоде. Но все равно забили, победили. Но по вчерашней игре, я сказал бы, очень много было моментов, когда мы переигрывали свои сменки. И сегодня это опять сказывается. То есть не было такой, опять же, свежести на сегодняшнюю игру. Хотя, ну и это второй период показал то, что много удалялись. Ну, молодцы, то, что собрались, выиграли, победили. Всех с победой. Спасибо болельщикам за поддержку. Спасибо, удачи. Карим, поздравляем с победой. Как оценишь сегодняшнюю встречу? Чем она тебе персонально запомнится? Хорошая встреча, соперник настроился. Много моментов не реализовали, в принципе. Поэтому и по блитам выиграли. В конце собрались, парни все старались. Молодчик Коновалов спас игру. Считаю, что больше 50% сделал он. Сегодня соперник что-то показал новое, интересное по сравнению со вчерашней игрой? Да, соперник настроился очень сильно. Все-таки был обижен на вчерашний наш выигрыш. Ну, сегодня у него много зашло моментов, в принципе, из-за наших ошибок. А так, в принципе, выиграли достойно. Согласишься с тем, что не будь того количества удалений у спутника, было бы гораздо легче? Может быть, и раньше закончили встречу? Согласен. Будем работать над этим. Спасибо, удачи.